Санкции влияют. И, конечно же, нужно признать, что определенные кризисные ситуации, они возникают в связи с санкциями. Вот. Но вот о чем я думаю в этот момент? Я прекрасно понимаю, что наша страна стала становиться сильной. И ее нужно, скажем так, вернуть на то место, там, 150-й региональной державы, вот, которая бы ни свое мнение не могла отстоять, ни каких-то своих собственных интересов защитить. Вот. И в связи с этим, понятное дело, что не было бы Крыма, был бы другой повод. Вот вы заметьте, как только французский президент начинает поддерживать нашего президента, сразу случается Шарли, да? Заметьте. Ну давайте пропустимся.